Лето, пора отпусков и вечерних прогулок. Многие ульяновцы для променада выбирают парки, скверы и набережные. Во многих из них установлены фонтаны, которые добавляют красоты и уюта в общественные пространства, а в жару спасают от зноя. На обслуживании у нас в данный момент 18 фонтанов. 17 – это со струями, и 18 – это царители. Обслуживаем мы его по графику, все 18 фонтанов. График у нас профилактические дни – это понедельник и четверг. Остальные дни работы фонтанов у нас происходят с 11:00 до 22:00. В профилактические дни фонтаны не работают. В это время занимаются сменой воды, мойкой чаш, ремонтными работами и проверкой автоматизации. Несмотря на это, автоматика все равно иногда дает сбой. Так недавно горожане жаловались на неработающий фонтан в сквере Яковлева, а также фонтан напротив педагогического университета. Бывают иногда такие моменты, когда автоматика что-то сбаивает. Мы сразу это видим. У нас везде стоят видеонаблюдения за фонтанами. И туда выезжает соответствующая бригада посмотреть, почему произошел сбой автоматики. Также в Ульяновском водоканале пояснили, что неработающие фонтаны в парках города не относятся к ведомству и находятся на балансе дирекции парков. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.